искать. Кать, что случилось? Где Гриша? А его забрали. Опека. И отдали отцу. Ну да. Суд признал его отцовство. Теперь все официально. Официально? Это же ты им сообщил. Нет, Кать, ты что? Нет. А они сказали, что пришли от тебя. Неправда, Кать. Клянусь, это был не я. Успокойся, прошу тебя. Не трогай меня. Я все улажу, прошу тебя. Не трогай. Ты нас тоже предал. Убирайся отсюда. Вот теперь ты будешь здесь жить. Нравится? Так, это твои игрушки. Вон катер на пистолет. Ну, разберешься. Да, давай договоримся, к шкафу ты не подходишь. Там вещи тети Иры. А где мои вещи будут лежать? У меня же будут вещи. Ну, конечно, будут. Тетя Ира придет освободить тебе ящик. А когда Катя придет? Не скоро. Я Катя хочу. Давай только без соплей, а? Вопрос с отцовствами решил. Все, теперь по всем документам я отец Гриши. Спасибо. Ну что же, я готов принять дела. Какие дела? Я отец. Опекун Гриши. До его 18 лет я распоряжаюсь всем его имуществом, в том числе и наследством. А, ты об этом? Нет, Дима, наследством буду управлять я. Независимо от того, кто будет опекать Гришу. Как вы себе это представляете, с юридической точки зрения? Вот так. Это распоряжение твоего отца. Не стоило раньше времени убегать от нотариуса. Хорошо. Что ж, может, даже и к лучшему. Больше времени буду уделять Грише. Я рад, что ты согласен. Да, но я думаю, что вы тоже согласитесь, что ребенок требует расходов. Там врач, обучение, отдых, одежда. Отец наверняка хотел лучшего для Гриши, так? Совершенно согласен. Я распоряжусь, и ты будешь каждый месяц получать деньги на Гришу. Думаю, $3000 в месяц хватит. Трех? Послушайте, мне одному этих денег не хватит, не говоря уже о сыне. А это и не тебе, Дима. А Грише? Себе ты сам заработай, пожалуйста. Потому что я хотел бы каждый месяц получать отчет, куда и на что идет содержание. Может, вам еще и чеки собирать? Собирай, лишним не будет. Хорошо.
Катя, у меня нет времени. Дим, я тебя очень прошу, 3 минуты. Что? Пожалуйста, разреши мне видеться с Гришей. Я не могу, я так скучаю. Я согласна на любые твои условия, пожалуйста. Катя, у меня только одно условие. Мальчик должен привыкать к своей настоящей семье. Ты ему мешаешь. Тогда передай ему, пожалуйста, вот это. Его любимая игрушка. Ну, ничего не нужно, у него все есть. Я еще раз спрашиваю, это сделала ты? Да, это я позвонила в опеку. Зачем? Кто тебя просил лезть? Я поступила по закону и по совести. Эта Катя прикрывалась чужим ребенком и морочила тебе голову. Моя голова не твоя забота. Из-за тебя страдает маленький человек. Не женщина, которая заменила ему мать. Тебя всегда интересовало, почему я не обращаю на тебя внимания. Да потому что ты ради своей цели не остановишься ни перед чем. Я просто боролась за свое счастье. Да, я сделаю им 5 публикаций. Ну, где-то можно на 2 недели раскидать. Угу. По 10 за каждую. Нет. Я сказала, что дешевле не сделаю, Лариса. Все, и так скидка хорошая. Я тебе потом отправлю статистику. Да. Another million miles I crawl to get all I always dream. Another million roads I walk to take everything I need. And like a countdown in my head, there was one rapid thought, if I can do that to the end. Or maybe I just fall. I'm always stand alone and struggling with the misery of the world. And no one of you can take it from me, and I don't think you should, cause every move I... Гриш? Гриш! Ир! А Гришка где? Гриша, говорю, где? Ты у меня спрашиваешь? Это вообще-то твой сын, а не мой. Ну, я не знаю, может, он спрятался где-то. Куда он мог спрятаться? Гришенька! Так, а его нет в коридоре? Как нет? Нет. Принеси мою одежду. Полиция, у меня сын пропал. Ну, видимо, один ушел из дома. Извините. Что? Да, сейчас приеду. Ага. Документы и фотографии принеси. Да, хорошо, спасибо. Всем патрульным машинам разыскивается мальчик, возраст 6-7 лет, рост 120-130 сантиметров. Волосы темные, глаза серые, был одет в серую куртку с капюшоном, черные брюки. Алло. Кать, я по поводу Гриши. Что-то случилось? Все в порядке. Уже все в порядке. Он ушел от отца. Пару часов бродил по улице, пока сердобольная старушка не остановила и не подвела к патрулю. С ним все в порядке? Да, его привезли ко мне в отделение. Жив, здоров. Сказал, что шел к Кате. Так что, если хочешь, можешь приехать навестить его. Конечно, я уже еду. А когда Катя придет? Скоро.
Она уже выехала. Ты кушай, кушай. Ты куда ушел? Кто тебе разрешал? Тебя кто отпускал, а? Да что, нужно ключ закрывать? Отойдите от мальчика. Что? Сядьте. Сядьте, сядьте. Возьмите бумагу. Пишите объяснение. Какое объяснение? Почему малолетний ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых? Подробно и детально. А я сообщу в органы опеки. Да, спасибо. Гриш, Вадь! А она тут что делает? Она вообще чужой человек моему сыну. От чужих людей он никогда не убегал, а с родным отцом жить не хочет. Да ты его она настраивает его против меня. Я прошу, чтобы ее вывели отсюда. Так, тихо! Вы пугаете своего сына. Я сам разберусь и решу, кто отсюда выйдет. А вы пишите объяснение. Я уже написал. Мы можем идти? Ты как, малыш? Да, можете. Нормально. Все, пошли, Гриша. Мне сообщили, что мальчик пропал. Ушел из дома, а ты этого не заметил? Мать разбаловала. Кто бы говорил. Учти, если с Гришей еще хоть раз что-то подобное случится, я в один день лишу тебя родительских прав. Может, еще и вы моего сына воспитывать будете? Буду, если понадобится. Или найду человека, который любит его и сможет о нем позаботиться. Запомни это. Всего хорошего. Вот возьми, ты забыл. Гриша, пойдем домой. Не нравится дома, значит, будешь жить здесь. Здравствуйте. А не подскажете, а Галина Ивановна, она... Галина Ивановна, это я. А, добрый день. Добрый. А я Дмитрий, мы с вами договорились о встрече. А, это у нас Гриша. Да. Ну, добро пожаловать к нам. Я не хочу здесь жить. Я здесь никого не знаю. И Кати нет. Галина Ивановна, принимайте. А взнос и оплату за первый месяц я перевел. Ну, все, всего доброго. А, сумка-то. Все. Пожалуйста, помоги мне. Что случилось? Сделай мне документы на Гришу. Какие документы? Что я его мать. Я увезу его отсюда. Подальше от отца, которому на него наплевать. Я его буду растить сама, я справлюсь. Катя, это плохая идея. Это неправильно, ну нехорошо это. Противозаконно, в конце концов. Обратись к Дружинину. Я не могу к нему обратиться. Он считает, что Гриша должен жить с отцом. Послушай меня, даже если вам удастся уехать, Гришу будут искать и найдут. Если не отец, то Дружинин. Его там никто не любит, он совсем один. А тебя посадят за похищение ребенка лет на 5. Неужели больше ничего нельзя сделать? Думаю, можно. Опекунами мальчика могут стать его родственники. У Алисы нет родственников. Ты в этом уверена? Она детдомовская. Послушай, если Алиса воспитывалась в детдоме, это еще не значит, что у нее нет родственников. А как мы их найдем? Мне нужно сделать запрос. Правда, так быстро это не делается. Придется подождать. Думаю, минимум месяц. Месяц? Я не могу столько ждать. Катя, тебе придется. Ты думаешь, у меня весь город в кармане?
Я не могу просто так взять и сделать фальшивые документы на раз. Я знаю, у кого весь город в кармане. Извини, пока. Катя! Какие люди? Екатерина! Неужели через столько лет вы изменили свое решение и решили ответить мне благосклонностью? Я по делу к вам. Слушаю. Мне нужна информация о родственниках моей подруги Алисы. Мало ли кому какая информация нужна. Мне-то что с этих родственников? Алиса погибла. У нее остался сын. Ему 6 лет. Ну, а тебе-то что с этого пацана? Я должна ему помочь. Он мне как родной. А его отец в курсе? У него же есть отец? Есть. Только он не любит своего сына. Не интересуется им. Ну и кто у нас отец? Это не важно. Возможно. Ну, мне просто интересно. Давай так. Или ты говоришь, кто отец, или сама разыскиваешь родственников. Дмитрий? Димон? Это феерично, клянусь богом. Да, повеселили вы меня. Ладно, найду я тебе родственников. Оставь номер секретарши, я тебе перезвоню. Спасибо. Да, как называется? Родничок. Они подтвердили? Спасибо. Алло. Привет, как ты? Отлично. Вот уволилась с работы. В отпуск меня и отпустили, так что пришлось уйти. Я попросил опеку, чтобы они навестили Гришу. Узнали, как он после побега, и вообще посмотрели, как обстановка в семье. И? Он не живет с отцом. Митя отправил его в частный пансионат. Родничок. Значит, я смогу его навестить. Спасибо тебе огромное, сейчас же к нему поеду. Пока. Как же туда добраться? Можете завтра выходить. Только не забудьте документ об образовании и заявление напишите. Обязательно все сделаю. Вот у нас здесь младшая группа, а там старшая. Вот с ними вы и будете работать. Ой, простите. Алло? Гриша! Здравствуйте. Теперь тут буду работать каждый день. Я так рад тебя видеть. Гриш, не отставай. Здравствуйте, я новая нянечка, помогла ему зашнуровать ботинки. Спасибо вам большое. Не отставай, мы же все ждем тебя. А вот и он. Любимый, у нас гости. Тебе пришли. Привет. Ну, я вынуждена буду вас покинуть. У меня встреча с косметологом. Всего доброго. До свидания. Пока. Что ты здесь делаешь? Кофе пью. Вкусно. Может, хватит валять дурака-то? Не груби.
к тебе дело. Вац. Узнаешь? Узнаешь. Это твои долговые расписки. Я их выкупил. Поэтому теперь вот это вот все ты должен мне. Зачем тебе это? Других дел нет? Есть. Но, понимаешь, твои кредиторы уже устали ждать, когда ты вернешь деньги. И продали их мне за половину реальной стоимости. Но мне ты отдашь все. Через 3 дня. Подожди, ну какие 3 дня? Где я возьму такие деньги? Дима, не пыли. Говорят, у тебя отец недавно умер. Кстати, мои соболезнования. Вот из наследства и возьмешь. Подожди, его ждать 30 дней. Это не мои проблемы. Делай что-нибудь. Перезайми. Из кассы возьми, квартиру заложи. Я ждать не буду, ты меня знаешь. Нет. Боюсь, в завещании все указано предельно точно. У вас нет прав на наследство. Мне сейчас нужно срочно погасить долг. Кредит мне не дают, заложить нечего. Может, можно как-нибудь обойти завещание? Никак. Конечно, супруги, дети и родители – наследники первой очереди. Но только если нет завещания. Вы можете вступить в наследство только в том случае, если указанные в завещании лица не смогут этого сделать по причине своей смерти. По завещанию именно Дружинин является распорядителем имущества. Возможно, он может как-то повлиять на ситуацию. Дружинин. Здравствуйте. Здрасте. Привет, Григорий. Как твои дела? Давно хотел с тобой повидаться. Ну, рассказывай, как тебе живется у папы? Освоился? Привык? Вы же совсем недавно познакомились? Ну. Я должен сказать, что люблю папу. Но это неправда. Я люблю маму и Катю. А с ним я жить не хочу. Он злой, он меня не любит. И Катя не пускает. Гриш, ты что? Я все объясню. В интернате тоже не весело. Но там хотя бы не кричат. В интернате? Дядь Кирилл, послушай, Гриш, ты что говоришь-то? Ну, послушай, ну это он же ребенок. Ну. Юля, зайдите. Я сейчас все объясню. Гриша, пойди, пожалуйста, с тетей Юлей. Если тебе что-то понадобится, скажи ей, она все сделает. А нам с твоим папой надо поговорить. Хорошо. Чего так на меня смотрите? Ну, он совсем от рук отбился. Он дерзит, хамит, никого не слушает. Из дома убежал, да. Да, пансионат, но элитный. И на время только для его воспитания. Хватит. Проблема не в Грише. Проблема в тебе. Что это за цирк? Ты на что рассчитывал? Что я расплачусь от вашей любви и дам тебе денег? Да, я рассчитывал. Рассчитывал, потому что я по уши в долгах. Кредитор требует денег. Если я не отдам денег, Гриш вообще может остаться без отца. Все мои деньги у вас. Послушайте, дядя Кирилл, ну, дайте мне последний шанс. Да, может быть, я был плохим сыном, но
Но я могу стать хорошим отцом. Не можешь. Ты всегда мог устроиться работать. Работать. Знаете, когда я был маленький, отца никогда не было рядом. Он все время зарабатывал деньги. Зарабатывал. Да, конечно, он дарил мне подарки, но это все взамен внимания и любви. Он был хорошим отцом. Я не могу об этом судить. Но ты даже не пытаешься найти общий язык с мальчиком. Ты его не любишь. Ты учишь его врать и используешь его в своих целях. Хорошие отцы так не поступают. Я могу все исправить. Если бы ты мне честно все рассказал, я бы помог в память о твоем отце. Но последних шансов больше не будет. Ты их все потратил. Мы сами отвезем мальчика в пансионат. Временно. До оформления документов. А ты туда больше не езди. Я лишу тебя отцовских прав и сам стану опекуном мальчика. Все. Можешь идти. Алло. Здравствуй, Катя. Нечем мне тебя обрадовать. Нет никаких родственников у твоей Алисы. Это точно? Точнее не бывает. Сейчас перешлю тебе копии документов. Хорошо, присылайте. Спасибо. Алло. Да, хорошо, конечно, сейчас приеду. Привет. Привет. Заходи. А где Олеся? Олеся здесь больше не работает. У меня не очень хорошие новости. План не сработал, у Алисы нет родственников. А у меня хорошие. Я постоянно мониторю данные в отношении дела мальчика. И знаешь что? Дружинин подал иск об ограничении родительских прав Дмитрия. И что? А то. Теперь Дмитрий не сможет распоряжаться судьбой Гриши. Вот так. Все хорошо. В чем дело? Нет, это ты объясни мне, в чем дело, Дима. Я как сердцем чуял, что доверять тебе нельзя. Что ты кинешь меня, как лоха. Попросил парней присмотреть за тобой, и что? 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 Из пансионата в аэропорт. Кто поперся? Ты что там забыл? Ты думал, я тебя просто так отпущу и забуду навсегда? Я деньги искал. Где? В аэропорту? Я договорился с другом, что я полечу, и он даст мне денег.
На, звони другу. Пусть переводит прямо на мой счет. Мы так не договаривались. У него нал. Короче так. Деньги отдашь завтра. А то вдруг еще друг твой окажется где-нибудь в Гималаях. Нет у меня денег. Ну нет у меня денег! Тем хуже для тебя. Или тебе еще ноги поломать, чтобы до тебя дошло? Денег у меня нет. А наследство все равно ждать полгода. Это очень долго, я ждать не могу. А по-другому не получится. Даже если ты меня сейчас убьешь. Хорошо. По старой памяти пойду тебе навстречу. Отсрочки не будет. Отдашь через полгода, но в двойном размере. Может, как-нибудь можно обойти это завещание? Никак. Конечно. Супруги, дети, родители, наследники первой очереди. Но только, если нет завещания. Вы можете вступить в наследство только в том случае, если указанные в завещании лица не смогут этого сделать по причине своей смерти. Здравствуйте. Что вы хотели? Ты прости меня. Я приехал мириться. Я тут подумал, Гриш. Хочешь, я отвезу тебя к Кате? Будешь жить с ней, как раньше. Хочу. Ну, тогда поехали. Только нужно воспитателей предупредить. Да не надо, а то вдруг они тебя не отпустят. Ты же хочешь, Катя? Хочу. Тогда перелезай. Так, пошли. Перелезай. Да, да. Ну, добрый день. Мальчик пропал. Простите, пожалуйста. А где сейчас Гриша из старшей группы? Мы не знаем. В смысле? Катя, прошу тебя, не впадай в панику. Может, он действительно повез мальчика на прогулку? Гриша ему не нужен. Он его просто так гулять не поведет. Он точно что-то задумал. Я понимаю, конечно, что отец он так себе, но не злодей же. Послушай меня. Я чувствую, что что-то не так. Просто поверь мне. Хорошо, хорошо. Я обещаю тебе, я попробую его отыскать. Спасибо. День добрый. Что еще? Дмитрий Брыкин дома? Нет его. Ни Димы, ни мальчишки дома нет. Звоните Дмитрию, узнайте, где он. А что мне еще сделать? Дим вообще-то в банке решает вопрос с кредиторами. Звоните. Его нет в банке. С утра он забрал Григория из пансионата и не отвечает на мои звонки. Давайте, давайте. Звоните, звоните. Вы что, тоже участвуете в похищении? В каком похищении? Что за бред? У меня есть приложение противоугонной системы в телефоне. Я могу увидеть, где его машина. Это он? Да. Он направляется за город.
Алло, Дима, где ты? Ир, я решаю вопрос с деньгами. Все очень срочно. Подожди, здесь... Дмитрий, алло. Алло, Дмитрий. Вы знаете, его вчера очень сильно избили. Он пришел весь в крови, а что случилось, ничего не сказал. Я его никогда таким не видела. Никогда. И он сказал еще, что другого выхода у него нет. Алло, Семенович. Мальчика в розыск срочно. Его похитил его родной отец. Да. Двигаемся здесь, здесь и здесь. Идем цепью через 1.5 метра. Эта дорога машина может пойти? Да, здесь широкая лесная дорога. Здесь? И здесь, но чуть уже. Так. Здесь потом нас будет ждать вертолет. Катя, Гриша, что с ним? Не знаю, мы заблудились. Катя, успокойся, прошу тебя, Катя. Так, теперь сначала и подробно. Гриша хотел видеть настоящий лес. Я привез его, мы гуляли и заблудились. Так. Связи не было, и Гриша ногу подвернул. Я донес его до поляны, оставил там и пошел за подмогой. Брось его, из-за денег! Успокойся, прошу тебя, успокойся. В машину его быстро! Я обещаю тебе, мы найдем его. Ты слышишь меня? Все готово, можем выдвигаться. Пойдемте. Выдвигаемся! Гриша! 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 Мы должны найти его до захода солнца. Гриша! 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 Мама! Ты слышала? Тихо! Гриша! Мама! Гриша! 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 Пошли! Медиков проверили. Позвоните еще. Ты мой дорогой. Больше никогда никому тебя не отдам. Мама, мамочка. Отбой группник, пусть скорую вызовут. Ребенок найден, квадрат 47. Скорую. Болит что-нибудь? Нет, только нога немного. Мама, я очень тебя люблю. Ну что ж, состояние стабильное. Угрозы для жизни и здоровья нет. Растяжение сухожилия. Можем поехать в больницу, там сделают снимок. Ну, как по мне, то оснований для паники нет. Нет, мы поедем. Ну, хорошо, решим. Только вначале пообщаемся. Ну, как ты? Нормально. Домой хочу. Понимаю. Ничего, скоро поедешь. Только сначала расскажи мне, что с отцом в лесу произошло? Да ничего. Он обещал отвезти меня к Кате, но привез в лес. Сказал, что она придет сюда. Но так как связи нет, Дмитрий попросил меня залезть на дерево и посмотреть, не видно ли Катю. На дерево он меня подсадил, а назад мне пришлось прыгать. Вот я и подвернул ногу. Он сказал, что пойдет за помощью. Спасибо, что рассказал. Держись. Спасибо тебе. Хорошо, что все обошлось. Ну, до свидания. До встречи.
Присаживайтесь. Почему я в наручниках? Вы подозреваетесь в совершении уголовного преступления. Оставление в опасности. Что? Это недоказуемо. А вы думаете? Дмитрий попросил меня залезть на дерево и посмотреть, не видно ли Катю. На дерево он меня подсадил, а назад мне пришлось прыгать. Вот я и подвернул ногу. Он сказал, что пойдет за помощью. Меня вынудили. Интересно, кто это сделал? Заводить? Давай. Присаживайтесь. Привет, Григорий. Катя, смотри, Кирилл Антонович. Как дела? Отлично, дядя Кирилл. На английский ходишь? Да, там здорово. Ну, я рад, что тебе нравится. Добрый день. Здравствуйте. Григорий, беги, побегай. А у нас будет взрослый разговор. Я тоже взрослый. Давай, 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 иди. Ну что? Мои юристы закончили дело. Дмитрий лишен родительских прав. Теперь опекун вы. Спасибо вам большое. А вы уверены, что не хотите переехать в дом Олега Борисовича? Он пустует. Ну что, квартира, которую вы нам купили, просто чудесная. Гриша без ума от детской. Вы знаете, я... рад, потому что мне удалось выполнить последнюю волю Олега. Теперь с Гришей находится достойный человек, который его любит. Забывай, Катя. Дядя Леша идет. Лови. Как дела? Отлично. Молодец. Не. Пора. Если что. До свидания. До свидания. Пока, Григорий. До свидания. Теперь все по закону. Это нужно отметить. Я приглашаю тебя на ужин. И это будет свидание. Конечно. Не отводи ты взгляды, не торопись, не надо, просто смотри и больше не спеши.